Привет, ребятушки. Ну вот, руки трясутся. Получила я свои анализы. Я их не читала. Будем читать сейчас вместе с вами. Я увидела, что мне на мейл пришло письмо от МИПСа. Я не видела документы до момента, пока их не печатала. Распечатала я все, получается, описание практически в один лист. Это достаточно мало. У меня такого уже давно не было. Не знаю, как там, чего. Будем сейчас читать. Вот, пожалуйста, заключение. Я распечатала, еще не читаем. Не читала. Руки трясутся. В общем, читаем вместе. Сразу говорю, так как сейчас я нервничаю. И с чтением у меня и в детстве были, конечно, проблемы. И у меня тройка по чтению была. Поэтому сразу говорю, не обессудьте. Итак, проведено через ПЭТ-исследование, проведено через 60 минут после введения РФП в область сканирования от орбита метальной линии до средней трети бедра. Артефактов каких-то не выявлено. КТ-исследование выполнено для коррекции аттенуации в нативной какой-то фазе. Короче, в общем, тут это их... При совместной позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии шеи органов грудной полости, брюшинной полости, забрюшинного пространства, малого таза определяется физиологическое накопление РФП. РФП в лимфоглоточном кольце Пирогова-Вальдера, слюнных желез, миокарде левого желудочка, печени, селезенки, так, ферментированного в кишечнике, чашечно-лоханчатой системе почек, мочеточниках, мочевом пузыре, крови в аорте, 2,46, был 1,82, печени 2,94, был 3,15. На серии томограмм шеи при исследовании метаболизма глюкозы, очагов патологического накопления РФП не выявлено. Лимфатические узлы не увеличены, слюнные железные симметричны без структурных изменений. Выявлено без структурных изменений щитовидная железа без особенностей метаболизма. На серии томограмм органов грудной полости очагов патологической фиксации РФП не обнаружено. В легких свежих очагов инфертитальной, короче, метаболической активности изменений не выявлено. Жидкости в плевральных полостях нет. Средостение не смещено. В проекции тимуса фоновый захват РФП максимально 2,4. Был 2,78. Ну, получше типа. Так. Лимфатические узлы средостения подмышечных областей не увеличены. Что-то как-то они сначала ошарашили, а сейчас вроде как и ничего. В молочных железах без особенностей метаболизма, на серии томограмм органов брюшной полости забрюшинного пространства. В стенках желудка диффузный повышенный захват РФП 5,79. Был очаг в проекции выходного отдела размером 20 на 12 миллиметров, 2 сантиметра. Максимально 6. Печень так увеличена. Однородные структуры внутри, внепочечные желчные протоки, расширен рентгеноконтрастный контраметры какие-то. В желудочном пузыре не выявлены. Поджелудочная железа не увеличена, диффузная, неоднородная структура.
вирусонгов проток не расширен, размеры селезенки в пределах нормы, структура однородная, метаболическая активность не повышена, максимально 2,38. Ну, в принципе, это так. Да, надпочечники обычной формы, размеров почки расположены обычно про... не хима, а какая-то... Извините, тут очень много таких... как бы их выражений, которые мне тяжело действительно читать. Так, так, по структуре. Так, сейчас. Надпочечники обычной формы, размер почки расположены обычно. Паренхима. По структуре и толщине не изменена. Полостные системы не расширены. Рентгеноконтрастные контраменты какие-то по уходу мочевых путей не выявлены. Лимфатические узлы не увеличены. Свободной жидкости в брюшинном полости не выявлено. Стенки отмечается гиперфиксация РФП. Максимально 15, протяженность 66 сантиметров, была 25,6, что-то, мочевой пузырь небольшого наполнения, поверхностный рентгеноконтроль визуализируется, рентгеноконтрастные компартименты не визуализируются, матка расположена в положении РВФ, не увеличен свободной жидкости в полости таза, не выявлен. Лимфатические узлы полости таза, паховых областей не увеличен. Диффузно неравномерно повышенная метаболическая активность костного мозга. Максимум 5,22 был, 3,8. Ну, о чем я и, в принципе, предполагала, что это очень плохо. 5 – это уже рак. Костный мозг у меня поразился, к сожалению. Костно-деструктивных изменений на зоне исследований не выявлено. Гемоглобина в теле позвонка L, лево-четвертого тела позвонка, неравномерно склеозирована. Метаболическая активность снижена. На уровне малого выстрела левой бедренной кости проарасельно, короче, узловое образование. Но это вот то, что у меня было, вот то, что у меня, вот этот вот все очаг, который мне не могли удалить ни лучевой, ни операции. Образование 12 на 17 миллиметров, то есть 1,2 сантиметра. А были, ну, чуть увеличилось. По сравнению с ПЭТ-КТ от 23-12-21 отмечается нарастание протяженности и увеличение метаболической активности очага гиперфиксации в терминальном отделе подвздошной кишки, нарастание активности узлового образования на уровне проксимального отдела левой бедренной кости без значимой динамики размеров. Ну, там. И нарастание метаболической активности костного мозга может иметь реактивный генез. Консультация лечащего врача-гематолога, ФКС, ПЭТ-контроль. Что могу сказать? Общество. Ну, короче, в общем, надо лечиться опять. Конечно, неприятно. Вот. Это самое... Не хотела бы, чтобы знали. В общем, ждем до 6. Я предполагаю, что мне могут назначить. Уже. Возможно, я сама буду просить, чтобы мне это назначили, потому что нужно посмотреть костный мозг. И дальше уже плясать будем. В целом, может быть, кто-то не понял. Я сама, в принципе, частично не поняла. Но, в общем, ситуация в чем, что... Ну, короче, у меня внутренние органы начали, короче, поражаться. Ну, это не метастазы, но это нормально. Состояние год не лечилось, в принципе. Не знаю, что делать, что дальше. Как? Чё, как? Я сейчас в смятении немножко. Как говорится, херня. Что нас не убивает, делает нас сильнее.
Ничего, справимся. Возможно, другое лечение, возможно, другой диагноз. Не буду сейчас ничего наговаривать. Будем ждать 6 числа, что мне скажут гематологи. Ребят, у меня 6-го функция дыхания идет по поводу астмы. И 6-го мне гематолог в 11, там, не помню, в 11.50, что ли, в 11.20, не суть. В общем, опять, может, мне повезет. Вот. Что там скажут вообще, что предложат и как, что, к чему. Будем думать. И я с вами думаю, что, возможно, 6-го уже свяжусь. Будем смотреть. Ладно, ребятушки. Так, в целом могу сказать, что... Вот что значит лечиться. Вот что значит отказаться от химии. И вот что значит... Понимать, что я отказалась от химии, и я начала умирать. Сейчас мне придется заново возобновлять химию, заново проходить все процедуры. Возможно, порт скажут вставлять. Не знаю, что там будет и как будет. В принципе, химию я не боюсь. А... Как будет дальше, посмотрим. Ладно, ребятушки. Всех люблю, всех целую. Ждем 6 числа. И приговор мне пропишут. И уже будем думать, как что и к чему. Пантелеймончик всегда со мной. Я купила его еще когда начала лечиться. Серебряный. Он мне помогает. Всех люблю, всех целую. Вот такие результаты под КТ.